Шика или на Сайе. Вы на канале Ретро Шика, с вами я, Шика, и мой соведущий Котик. Сегодня у нас рубрика Ретро Вечер, и мы играем в Героев Меча и Магии 3. А, чатик, привет! И да, косяк, было слышно, короче, звук из игры, которая запустилась, я забыла его выключить. Так что это не мой голос был, если что. Сори, и за опоздание тоже простите. Что? Никого не поднимали. Так, Котик. Хоть смотри сюда. Да, Редконструмен, привет. Я хотела няшно наушники, но оставила их случайно на работе. Да что такое? Вот, поэтому да. А, Аркон, привет. Сейчас, еще секундочку и да. Мы начнем. Кого хватит? За ушки хватит? Нет, за ушки хватит не надо. Так, где у меня? Удивительно, пропало, ладно. Простите, настройка во время стрима и даже не на то. И... Так, так-то. В тот момент, когда немножечко торопишься. Простите. А, вот, нашла. Зато, надеюсь, вы тут не скучали. Для меня скучать, значит, ладно, хорошо. А, вам нужно мое лицо? Зачем оно вам вообще нужно? Что тут появилось? Исчезните отсюда. Вот. А может, я хочу посниматься в фильме без лица? Как у нас тут по звуку сразу? Говорите, как вам. Игру можно погромче, я думаю, сделать или как. Ладно, отлично. Будем вспоминать. Я в это играла только давно, когда еще в школе училась. Мне кажется, можно все рандомно настроить. Так, звук нормально, да? Все отлично. Я подумала, хочу какую я игру. Я просто не помню ни один сценарий, на самом деле. О, а тут у меня есть союзник. Маленькая карта. Шикарно исходит из моего слова, из моего имени, да? Личника. Ладно.
Я знаю, что тут главное часто сохранять. Я думаю, оставим эту иглу. Все, тогда поехали. Лазутчики доносят, что подземные проходы ведут также к тем местам, куда нам нужно попасть. Может быть, их можно использовать, чтобы скорее захватить жилище существ. Да, я буду вам, видимо, рассказывать, читать. У меня зомби-замок. Я люблю другой замок обычно, ну ладно. Хамстер, привет. Это, кстати, вполне можно назвать, наверное, будет разговорным стримом, потому что, как бы, ну, играть-то здесь. Да, у меня привычка оставлять всегда одного персонажа в городе. Да, мы только-только начали. Ну, поехали, значит. В Англии по звуку все нормально, да? А, тут сразу союзник в замке Инферно. Надо будет потом еще одного все-таки персонажа сделать, чтобы за двоих бегать. В смысле, в чем видно опыт в героях? То, что я строю эту приносящую деньги штуку, я забыла, как она называется. Я давненько играла в героев, было еще в школе, у меня тогда они были на диске, и без диска они не запускались. Это я прям хорошо помню. Так, еще раз. Гильдия магов, рынок, кузница. Гильдия магов. Не надо, я думаю, это у нас пауза. Интересно, у моего того персонажа есть книга заклинаний? Блин, ну ладно. Так, а теперь, думаю, можно сохранить на всякий случай. Ну, тут автостейк, мы в него идем. Окей. Да, я сама справлюсь, я думаю, без советов. У меня голова как дом советов. Некромантия. Блин, сейчас... Вот мой любимый замок. Что тут все замки так близко? Папа-то вроде не такая маленькая. Это. Вот эти замки, я прямо, вот этот замок, я прямо обожаю его. Это лучший замок. Конем. Так, я все-таки хочу еще второго персонажа добавить, чтобы он тоже бегал. Бегал. У меня, кстати, за красного всегда брат играл. А вот эти тоже прикольные, с ними сражаться надо будет.
Сейчас скажу странную вещь, наверное. Ну вот рядом с шестеренками вот тут флажок. Я, если честно, только сейчас заметила, что это флажок. Мне казалось всегда, что это человечек. Очень странной формы, да. Ты чё тут так близко прямо находишься? Ну ладно. Мне не нравится. Угу. Да, что-то такое. Так, сейчас я сохраню. Я, конечно, понимаю, что это, наверное, там. Я сейчас сохраню, чтобы на этих напасть. Не могу напасть. Зато смотрите, я тут могу спокойно реагировать на чат, ну в плане того, что не боясь отвлечься и все такое. Что-то его не нравится. Кузница. Кузница, кстати, прикольная, тут не команд на это. Ну синий-то к нам так близко. Мне не нравится. Не будут со мной сражаться. Ну ладно. Давайте. Будем сражаться. Лучники, к ним подходить надо. Что они злодеи такие? У меня такие, такое малое количество шагов, но в смысле недалеко так могу ходить. Да и заклинаний немного. Сильно. Ой, убьет моих призраков. Зомби от тебя вообще никакого толку, ты или как плюшься. По два раза бьют. Сейчас я ее убью. Вот зомби, правда, по-моему, меньше всего толку. Гибей этого. Пока скелет всех добил, зомби только дошел. Забавно. Уи, победа! Кучи. Ну, зато скелетов дали, ладно. Потому что не по мантии, а по точно. Так, замок бы, конечно, прийти за всякими заклинаниями. Я думаю, можно сохраниться. Как я сказала, буду сохраняться час. Мне всегда нравились эти земли, которые блестят. А мы разве не друзья? Почему ты думала, что мы встречаем друзья? Оказывается, нет.
Ну, один скелетик не устоит, конечно. Тут. Кажется, мы быстро эту миссию провалим. У меня уже 10 скелетов осталось. Хотел сказать, у этой дьяволицы. Зараза. Блин, я его не одолею с моими-то, конечно. Какую-нибудь простую сначала миссию убрать, я думаю. Так. Так, где у меня там? Вот синий мимо катается, а этот что-то меня это. Еще и напади на меня. Это склочная женщина. Я ее явно не смогу победить. Так, а чего он у нас? А, вот, может атаковать. Какие тут никакие заклинания не помогут? У меня их нету у него, в том-то и дело, нормальных нет. Тут каменная кожа, от которой толку-то особо-то никакого. Не, надо было миссию попроще брать. Так. Билетиков у нас пока еще не добавилось. Думаешь, ложность хотела? Блин, я его не одолею, наверное, с тем количеством, которое у меня есть. Щит неупокоенных. Так, пока придется, видимо, в замке посидеть немножечко. Хочется сюда заглянуть, хоть молнию посмотреть. Ну, дракончики, кстати, прикольные. Сейчас у нас скелетики добавят. А, и что ты тут ко мне подошел?
такой интересный. Так, покупаем скелетиков. Что нам надо для Капитолия? А, денег нам надо для Капитолия. Денег не хватает. Пока сделаем вот так вот. И вот так. Будут скелеты в броне. Жалко, вот этих нельзя улучшить, они бы лучниками сразу стали. О, кстати, гипноз есть. Интересно, он подействует на кого-нибудь? Блин, сразу убил. Кстати, прокачанные гаргульи прикольные. А, нет, это гарпии прикольные. Они бьют и улетают. Блин, так как, почему вы не умираете-то, а, товарищи? Так, что, по нему нельзя попасть, что ли? Почему? Почему он по ним не попадает? Ладно. На этого, мне кажется, не сработает гипноз. А вот на этих может. На мои скелетики. Разве загипнотизированные не стреляют? Так, а что, на этого нельзя? Нет, на этих нельзя. Ну, тогда значит... Нет, понятное дело, что у синего вообще самый крутой замок, на самом деле. Ну, это мой самый любимый замок. Я его обожаю. Там и музычка такая приятная. О, наконец-то он один остался. Даже один опасен. Нифига не, конечно. Стреляют загипнотизированные, видишь, просто что-то другое было. Деланслоу. Но вот этот рыцарь просто всех вот один может убить. Да ёлки. А и этот разгибнется. Так, может заново начать? Давайте заново начнем. О, тут у меня тут лучники появились. Почему вы стреляете в бесика, а не вот в этого? Нет, ладно. Пусть лучники постреляют. Кстати, эти лучники тоже, когда прокачанные, по-моему, прям крутые, потому что у них такое это... Так он также бы напал бы и победил бы. А, ну хотя тут, ну, да, ну ладно. Хорошая была родина. На тебе. О, прикольно! Всю жизнь мечтала о гильотине. Забавно. А. Видите, как быстро оказывается? Ладно, давайте на изи уговорили. И желательно с соратниками. Ух. Ну вот можно один на один, так, на самом деле.
Я тоже находилась. А, это маленький, как сказать. Да, не, что сразу. Мне, кстати, вот как раз люди больше всего и не нравятся. Может, вот один на один, так только S это маленькая карта. Не хочу на маленькую. Хочешь закрепить, не люблю людей? Ладно, давайте схватку драконов. Это не самая маленькая карта. Они же тоже тут друг против друга. Они же ведь не союзники, я правильно понимаю? Давайте вот это. Ну, вообще болотный замок, ну ладно. Чтобы выжить королю тирана, нужна склянка живой крови. Принесите ему сосуд раньше других и станете победителем. Интересно. Это, кстати, был когда-то любимый замок моей подруги. Гнуалы. Рептилии всякие, так. Женщина. А, тут же вот где эта ратуша. Ну что, они миленькие, мне нравятся. Так, ладно, давайте не будет автосейв, будет, не знаю, переоднёвочка. Тут всего 14 гнолов, я думаю, мы их вот так вот местами поменяем и все. Да, и ладно. Охраняться будем куда попало. Ну, спасибо за совет. А, это мы улучшить можем? Не знаю зачем, но пусть будет. Скопище. Скопище там много? Какая разница, каким героем бегать? Я никогда не разбиралась у них вручную из инды, поэтому... Да. Но я, наверное, понимаю твою боль. Как думаете, напасть на это скопище? Они, наверное, сражаться, да, ведь будут? Вряд ли скажут тут. Мы сдаемся или мы бежим? Тоже скопище. Скопище. Кругом скопище врагов. Так, гильдия, мама, гильдия, магов. Купаем волшебную книгу. Вот, кстати, надо сейчас вернуться, наверное, и купить книгу. Книги вообще очень полезны. Или у нас есть книга? А, у нас есть книга. Что у нас там по заклинаниям? А заклинаний-то нету. Поэтому да, вернемся в замок. Нет, тут каменоломня еще не захвачена прямо рядом с замком. Я знаю, что 13 гнолов можно забрать, пусть сидят. О, в этой кузнице, кстати, палатку можно лечебную купить, по-моему.
если не ошибаюсь. Да, вот она, родимая. И у нас есть палаточка, у нас есть рыночек. Мы знаем некоторые заклинания. И все. Идем захватывать. Так, это склеп, по-моему. А, нет, библиотека. Если не ошибаюсь, мельницу можно каждый раз посещать. Так. Надо посажаться с теми. Группа. Группа это много или мало? Нам нужна цитадель. А потом и замок. Астрологи объявляют неделю пса. Население всех жилищ возросло. Неделя пса, гнолы разве не должны быть в большом количестве? Ну тут бычки, кстати, прикольные. Но мне нравятся они когда улучшенные, потому что у них такой черный окрас. Так, надо бы забрать реально, что ли? Гнолов. Блин, ладно. Я надеюсь, на нас пока в ближайшее время никто не нападет. Замок. Сейчас мы еще этих гнолов тоже улучшим, и все будет круто. Вот, и как пойдем вот сейчас вот на этих драться. Надо их обсоединить. Лично. Теперь мы сохраняем. Валим грифонов. Ну или грифоны валят нас. Посмотрим. О! Забыли. Ну, если второго здания, ой, второго уровня. А, то, что ты имеешь в виду это? Не, все равно проще получать их сразу улучшенными, чем тратить деньги на улучшение. Но вот этот грифончик сейчас помрет. Вообще, я хотела бы, чтобы они лучше присоединились бы к нам. Ну, еще удача улыбнулась. Ну вы вообще, конечно, слишком удачливые такие. Ну подолбани его так, чтобы он помер. Зря я, наверное, напала. Ты умнички мои. Ну а тут хороший мальчик. Интересно, это баф от палаточки или от чего?
Молодец какой! А на что их, собственно, потом тратить, когда построишь все, что нужно, как бы? Да и это неудобно, на самом деле. Знаешь, вот у меня будет забита полностью вся эта палитра воинов, так сказать. И как я других притащу на улучшение? Блин, большие потери так. А надо было к нам присоединяться. Резиться со стражей? Что-то пока не. Так, вот, все, можно капитулировать. Получать денежку. А что его гонять-то? Так, о, верфь нельзя построить. Ну, вот это можно построить. Подождите. Сейчас я тут недельку, скорее всего, досижу, потому что, чтобы в конце построить улучшенных гнолов и купить их заодно. Возможно, я играю не так, как вам нравится, ну как бы, но я так играю. Я люблю замки, где все-таки на 5 уровней идет. Гильдия магов как раз, опять же, тот вот друидный замок, он там идет на 5. На самом деле здесь все замки интересные, если так посудить. Пара гнолов. Сейчас на все гнолы будут только улучшенные. Какая-то это ничего, да? А, еще один день. Ух ты, увеличивает навык защиты героя, находящегося в городе, при защите этого города на 2 единицы. Дом капитана увеличивает на 6 жизней. Дневный подрост гнолов. Интересно. Так. У демонов, да, тоже прикольный замок, на самом деле. Мне тоже нравится. Навык защиты. Так, нет, давайте мы ящеров построим. Их бы желательно бы еще улучшить тоже. Сейчас я еще денечек. Угу. Порталы и лестницы похожи на игру лестницы и это... Горки как-то так называются, по-моему. Так, ребятки, пойдем. Вы тоже пойдем. Все, вот теперь можно попробовать, наверное, и на этих разиться, как там. Клеить грифонов где. А. Сейчас сохраним. А то вдруг не справимся. Сейчас звук такой страшный. Ой, мама дорогая. Мы не справимся. Можно игру заново загрузить уже. Я думала, их тут поменьше будет.
Хороший день, чтобы умереть, называют. Так, я загружу, наверное, игру заново. И не пойду больше туда. У меня тут много есть где походить, погулять. Вот. Да не, выходит самоубийство. Я не сама ведь, я других отправляю в бой вместо себя. Нет, нет. И земли тоже можно было. Мы будем пока тут дальше. Дальше. Настраивать замок. В глазах дерева блестят слезы. Мне нужны эти 10 самоцветов, шепчет оно и шмыгает носом. Что ж, приходи, когда разбогатеешь. Меня прикалывало Грааль находить на самом деле. Кровавый обелиск. Что дает кровавый обелиск? Увеличивает навык атаки героя, находящегося в городе. Интересно, тут всякие есть, которые дают какие-то бафы сидящему в городе. Интересно. Баллистику надо было тоже, ну ладно. Скопище! Скопище, кругом скопище врагов. Ну, а сейчас можно всякие эти строить для войска. Магия, группа. Готова ли я сразиться с группой? Почему мне, я вот на них смотрю, мне при этом страшновато. Вытягнула я на вас рассчитываю. Ты зря я ввязалась, наверное, в бой опять. Коноватый. Ну, на самом деле, вот этих самых первых, когда много, они достаточно сильно бьют. Антимагия. Вот тебе. Смерть не другом. Ну,
Блин, как больно-то они его бьют. Так, его подхилить. Что не хватает. Ну ладно. Гляй. Бежает моих собачек, блин. Зеленый. Кто-то там. Уи, мы победили. Потеряли, по-моему, намного больше, ну да ладно. Ой, зеленый появился. Что ли, кого-нибудь? Шарахается где-нибудь. Тоже. Правда, идти-то тут особо некуда. Тут все везде заставлено врагами. Кругом враги. Астрологи объявляют неделю крыс, и население всех жилищ подросло. Что, змеюки появились, летающие? Василисков взять. У них потом такие ушки появляются, Василисков прикольные. Так, на кого мы сейчас можем напасть? Уже банда стала. Тут все еще скопище, а банда меньше, чем скопище. Нет, не хочу сражаться со стражами, спасибо. Пять денежки. Так. А, блин, а я не заглянула, что ли? А, нет. Думаешь? Ну, посмотрим сейчас. Если что, заново зайдем вот уже его. Давайте. Сразу бы так. Хранитель приоткрывает двери и оглядывает вас с ног до головы. У тебя нет ни славы, ни дипломатических способностей, и библиотека, посвященная для тебя, закрыта. Презрительно роняет он. Приходи, когда будешь достоин. Мы недостойны. А, это же таверна. Банда организована к нам присоединилась. Вот их вот еще улучшить надо было, это вообще замечательно. А, где нам сначала вот это все забрать? Вот. Сейчас мы вот сюда сходим, их улучшим и, возможно, атакуем гарфи. Посмотрим. Тебя куда бы сгонять? Вот зачем я тебя взял, если толку от тебя не покажет.
помню. Если тут такая. О, бычочки! Бычочки появились. Мало ли на нас никто не нападал, можно этих сразу всех улучшить. И отправимся в бой. Никогда об этом не задумывалась. Почему она должна падать, если у меня из разных этих? Может, я приютила их? Я их встретила и приютила. Дала им кровь, пищу. А эти решили сражаться. Их много. Еще они противные. Так, у меня мало магии. Так, ты же стреляешь. А, нет, ты не стреляешь, выходит. Вот неулучшенные, они просто сначала кусают, потом получают это в ответку и отлетают. А когда улучшенные, они такие подлетают, сразу в это бьют и отлетают. Так, давайте лучники. Молодцы. Идите, молодцы. Давай, добивай его. Это что? А, палаточка. Нестёбная палаточка. Ну ладно, мы неплохо так. Это всегда хорошо. Я вот когда раньше играла, не думала, что опыт это что-то важное, так сказать. Да, вот. Гнездо котиков, это звучит миленько, конечно. Надо посидеть немножко в замке, чтобы восстановить. А почему у меня что, денег не хватает? Или что, ресурсов не хватает? Ресурсов не хватает. Так. Подождите, не успела прочитать, что там? Вы ходите в убежище и немедленно ощущаете, как тяжкий груз забот падает с ваших плеч. Здесь вы чувствуете себя в безопасности. Да, на рынке помню, что можно обменять, если что. Ну давайте обменяем.
Главное, дерево и камень вот таких вот по 20 забирают, как бы это. Вот сейчас получится, что на остальное не... А, нет, на вот это хватило. Неверночки. Вы мои сладкие, так вот, ходите на... Можно еще посидеть, чтобы, да. Вот это не посещала. Кстати, воздух, что прикольно, они потом это умудряются заклинания всякие воздушные на всех сразу своих этих. Воинов накидывать. Тут серы не хватает. Серы не хватает нам. А что еще надо помимо серы? А и дерева не хватает. Серы и дерево. Мы опять чувствуем себя в безопасности. Зачем ты обижаешь миленьких маленьких гнольчиков? Так, мы сделаем, наверное, вот так вот. Вас возьмем. Так. И виверн возьмем. Всех возьмем, получается. Вот теперь вообще страшное войско. Слушай, все не туда-то. Десяточков заклинания. Вот это мне нравится, да. Можно еще идти кого-нибудь убивать. Но для начала я захочу вот это. Ужас, вот. Ну ладно. На банду ящериц сейчас нападем. Не, пусть бегут неуклюжие ящерицы по лужам. От меня потихоньку назад. А сейчас на следующий день сера появится, поэтому отлично. Ой, вы здесь были? Попища горгулей? Вы появились только. Я знаю, что они от меня сбегут, но почему-то... Ну ты не голос говорит, записаться обязательно. Запиши. Я не хочу их преследовать. Они вольны бежать. Конечно, я готова их принять, вы мои сладкие. Гидрочки. Лепелькон предлагает вам артефакт. Шлем, череп за жалкие 2000 золотых монет. Вы согласны? Конечно, согласны. Зато теперь у нас шлем есть.
был Ванда, где... Оу! Вот вам нелегко играть теперь. Дипломатия не попадала, по-моему. Что сейчас-то вам не... А, надо серый 20. Ладно, подождем. Подождем, когда сера накопится у нас. Пойдем улучшим троих. Ребяток. Денежки, вампирочки, всего лишь группа. Группа от меня сразу сбежит. Ну, скопище нас явно убьет. Это тоже скопище. Главное, что не мед. Вот, смотрите, а тут зеленый тут захватил. Мы у него забьем. Я хочу обыскать могилу, но можно я сначала сохранюсь, а то вдруг я много кого потеряю. На! Почему они от меня убегают вместо того, чтобы присоединиться ко мне? Кем уже? Маленький лепрекон пританцовывает у волшебного мешка. Завидев вас, он замирает на месте, затем издает возмущенный возглас, гневно топает ножкой и растворяется в воздухе. Следуя старинной поговорке, кто успел, тот и съел. Вы забираете мешок себе. Когда бездонный мешок золота находится в одной из активных ячеек, ежедневный доход возрастает на 1000 золотых. Великолепно. Давайте. Никто не хочет со мной сражаться. Ну ладно, не очень-то и хотелось. Сражаться еще с вами. А вот и зелененький тут бегает. Давай сражаться. У него такой же замок, как и у меня, значит. А, это после того, как я сходила в гробницу. Печально. Куркает она еще на мою эту змейку.
проходит? Я не вижу. А. Злобная ведьма. Прям на всех такая жесткая неудача. Ты имеешь в виду то, что никто со мной сражаться не хочет, или то, что еще так? О, это зря приедет. Так долго нам еще серу надо будет. Ладно, пусть пока копится. Можем взять тоже тут сейчас для него, для этого героя, чтобы можно было за него тоже побегать нормально. Нету места для бедных. Так. Нет, что я делаю вот так вот. А потом у них станет 5 голов, когда мы их улучшим. Надо сохраниться, кстати. А то просто я этим персонажам ничего не могу делать, потому что у него нету никого. Я знаю, что сражаться, но из армии не хотят. А вот эти рискнули. Ну тут не такая сильная армия получается. В бронеливчиках они круче смотрятся. Так, нет, пусть пытайся сами летят. Стукнул на них, стукни еще. Как? Нет, девочки лучше. Броневик. Так, давай. Добьем эту красотку. Кстати, в некоторых замках те же вот людей, например, есть лучники, которые по два раза стреляют. Это прикольно. В замке Инферно, что прикольно, как они стреляют, это то, что у них массовое. Так, они все... А, нет. Давай тоже пусть. Гидра больше. Ой, это, наверное, больше гидра. Она еще травит. Забавно. А вот нефиг было сражаться здесь. Вроде эти бездны. Ух ты. Блин. Ну ладно. Нет, со стражами я больше не желаю сражаться. Спасибо большое. Даже это так. Такое себе неприятное. Так. Thank you.
кстати. А в эту библиотеку нас пустят? Не, не хочу их выкладывать, пусть. Монахов на них, интересно. Ладно, пойдем дальше исследовать. Нам бы вот стены побольше. Так, а у нас есть кто-то не улучшенный? Нет, у нас все улучшенные, можно идти дальше. Пойдем мы дальше, пойдем мы дальше. Ну, это песенка о кукарачках. Гонитель впускает вас в библиотеку посвященных. За короткое время, проведенное в ее стенах, вы узнаете много нового. Подбежал. Опять зеленый. Ой, и сейчас у него много всех. Это, видимо, основной персонал. Драпать бы отсюда. Нафиг. Ну, он сейчас все равно ко мне пристанет, ну ладно. А нет, стороной обошел, смотрите-ка. Удивительно. А, он решил с нами сражаться. Ладно. На тебе. Вот, ну вот так. Пусть сам подходит. Сам подходит. Вам сказала, пусть подходит. А лучники пока пострелят. Да-да. Мы его как раз немножко ослабим, пока он идет до нас. Все-таки не играла, и, блин, я помню, за что мне нравилось это дело, она классная. Трогает моего Василиска. Мою змейку еще ударил. Мне так нравится, как они отворачиваются друг от друга, типа ударил такой и отвернулся. Ты, а ты меня обидел. Блин, виверна все равно не достает, ну забавно. Ой, не виверна, а гидра. Моего бычка еще. Но они неплохо так на самом деле сбивают бычком по одному. Опять обиделись друг на друга. Нехилые потери на самом деле, ну ладно.
разум. Нужно больше опыта. Лично. Можно в замок вернуться. Тут у зеленого замок, значит. Понятненько. Пчелок мы сейчас купим. Астрологи объявляют неделю крысу, население всех жилищ возросло. А вот сферы мне до сих пор не хватает. Дипломатия. Дипломатия, по-моему, позволяет уговаривать это воинов, типа. Ну не уговаривать, а. Ну, короче, они к вам могут присоединиться. Ну, я думаю, сейчас уже вполне можно обменять на самом деле ресурсы. У нас много камня. Ой, все, не то сделала опять. Камень на серу. Еще можно, вот это можно обменять. Это тоже. Так, еще одно надо. Теперь у нас улучшенная гидра. А что, мы все построили? Как так быстро? Я ни в коем случае не переживаю о том, что это было быстро. Ну ладно. Что-то, мне кажется, он там ко мне несется. Всегда любила, чтобы вот эти вот персонажи были все по очереди, вот так. А нет, вот тут. Почему я их улучшить не могу? Денег не хватает. Сейчас на войско-то не хватит денег-то. А убегаем дальше от зеленого рыцаря, чтобы это. Его нас не поймал. И надо было опять же улучшить, а я не улучшила. Иди сюда. Да у тебя денег не хватает. Ладно. Не важно. Вот если конюшни предлагают снабдить ваше войско лошадьми, благодаря этому до конца недели вы сможете каждый день преодолевать большее расстояние. О, прикольно. Банда. Блин, они страшные так-то, можно попробовать. Нет? Во сколько?
55. Можно их вместо пчелок, наверное, тогда у меня будет 3 вида лучников. Так вот. Возможно, решение неправильное, я не спорю, но... можем улучшить, а вот купить уже не можем. Ну ладно. Ах ты, ах ты негодяй. Купить под конец недели, ладно. Так, давайте мы войско заберем. И пойдем отвоевывать наши территории, наверное. Мы пока так оставим. Звоним. Ну тут просто где-то мое добро это брал. Где? А, ладно, мы просто вот сюда пойдем. Тихонечко вот сюда. Бегает он тут. Пища. Ну, давайте использовать. Опять я не туда нажимаю. Вряд ли пчела начнет такое вещать. Вот они лучники, они так-то страшненькие. А их выстрелы считаются магией, ведь они ведь как бы это... Из посоха стреляют. Наверное, нет. Нет, не хочу быть в пчелином купальнике. Можно я не буду этого купить? Я могу представить себя в школьном купальнике, потому что он у меня есть. А большего мне и не надо. Давай мы его убьем. Да что ты мою виверну обижаешь, а? Всем уже. Страх потерял. Кстати, по-моему, если сбегаешь персонажем, то он вроде в таверне появляется в городе. Я могу ошибаться, конечно. Ключей счастлив вас видеть. Ну, наконец-то у меня достойный гость, восклицает он. Я сейчас же дам знать пограничному стражу, чтобы он пропустил тебя. Интересно. Принять их? А сколько их? А
есть 36, и мы такое смогу поменять, наверное, нет. Пусть бегут неуклюжие вампиры, по лужам их нам больше они не придут. Ясно проходим, что не может и вампир, что по лужам куда-то бегут. Ой-ой! Я боюсь, наверное, он на меня нападет. Так что я сюда, наверное, отбегу. Кстати, Грааль где-то вот там получается. Судя по всему. Они пока как-то мимо меня бегают. Я рада. Наверное. При вашем приближении дерево открывает глаза, в которых светится радость. Рад видеть тебя, достойный ученик. Надеюсь, мои поучения тебе пригодились. Ну ладно. Так, я так ни разу не зачитала, да? Перед вами обелиск, высеченный из невиданного камня. Вы вглядываетесь в его гладкую поверхность и вдруг замечаете, что на ней начинают проступать таинственные знаки. Знаки складываются во фрагмент древней карты. Вы торопливо срисовываете его, и знаки исчезают так же внезапно, как и появились. Очень забавненько, на самом деле. Так, а здесь? А, уже изучено. О, пища элементалей. Так, пока купим тут всяких зверят. Гидр желательно купить сразу всех. А этих будем потихоньку убирать. Так, всех виверн. Зато на нас не посмеют напасть. Ну или посмеют, но пожалеют об этом. Так, этих надо уволить. Уволены. Вот, а вместо них взять вот. Отлично. Так, так как я опоздала на 20 минут, сейчас мы еще 10 минут поизбираем и все. Вот еще один обелиск. Обычно уже не видно карту, этот крестик. Смотрите-ка, вот он где, Грааль. Он где-то вот в той зоне получается. Так. Не, пусть бегут. Я не гордая, на самом деле. Так, а вроде эту картинку с Граалем можно где-то посмотреть. Я могу ошибаться. Так, тут я вроде все выкупила, у меня все построено, да. Отличненько. Бегают тут все такие... слишком рядом.
Завидев вас верхом на боевом коне, страж выходит к вам навстречу и произносит: «Привет тебе, славный воин! Я предупрежден о твоем прибытии. Ты желаешь прийти немедленно?» Будем новый замок, получается. Так, а зачем я сейчас сохраняюсь? Главное, чтобы из них никто Грааль не нашел. Мой Грааль. Хочу Грааль. А, стража, я думала, это замок. Думаю, его можно захватить. Ой, глазик. Почему они сами с собой не сражаются? Мельник обращается к вам со словами: «Сожалею, достойный господин, но сегодня у меня ничего нет. Приходите на следующей неделе». Ну, вообще-то, Грааль тут дает дополнительные ресурсы. О, банда, сразимся? Чуть денег просят. Какие? Деньги им еще подавай, видали, да? Ты вот прям, ух ты, у него уже эти демоны прям. О, пойду я от тебя, приятель. По добру, по здорову, как говорится. При вашем приближении странное око поворачивается и внимательно смотрит на вас. Через несколько минут оно вновь начинает обозревать окрестности. Вы не можете отделаться от ощущения, что кто-то или что-то в дальних краях следит за вами через этот волшебный глаз. А, наверное, нет. Вот это страшное существо. А вот карта головоломка. Это не то место, да, где я бегаю? Или то? Хотя похоже, вот тут походу есть Грааль. Или как будто бы не то. Непонятно. Нет, не оно, по-моему. Астрологи объявляют месяц вампир. Вампир численность удваивается. Население всех жилищ в ад расстало. Интересно, все вампиры удваиваются. У кого нынче сегодня на подходе рождение вампиры, у вас будет двойня вместо одного. Почему нет? Что, монахи, сразимся с вами или нет? Так, а нам тут надо войско закупать. Ну, отлично, даже денег нам все хватило. А? Мне нравится. Вот эти сколько магии у меня у верхнего героя, аж с двумя плюсиками. Бегают мои ресурсы, захватывают. Всем обнаглели. Нет, не надо ко мне примыкать. А! Я их что, не отпустила?
Ой, балда. Ну ладно. Ой, балда. Жить, а? Ума нет, как зовут называют. Ну ладно, пойдем. Ой, что я сделала? Зачем я не пошла? Трудная. Не смотрю за кого. Хожу. Пошла лучником куда-то. С кем уже? Ловись! Шикает там мою гидрочку. Вернутой. Гидровод и сейчас нас съест этого монаха. 5 голов. Она еще живая? Он еще живой. Смотри. Неплохо сносит, конечно. Потом бы как-то бы в замок бы вернуться, войско пополнить, конечно. Было бы не лишним. А вон на гидру. Сейчас уже поздно, конечно. Убивает моих гнолов, прямо убивает их. Не жалеет ведь, а? Ну-ка покажите, кто тут папочка. У меня просто персонаж мужской. Чего? А по глупости. Я не подумал. Разбираются немножечко. Гидра не просто здесь немножко побьет. Побольше. Сражаться с нами, вот лучше. Мог просто убежать так, а этот не может подойти. Ну, как бы вроде не хлопотно, но тем не менее понесли тоже это. Такие вины. Целого одного бычка потеряли. Вот. Очень грустно. Сейчас мы этих всех пропустим. И на сегодня, я думаю, на этом все.
все. Сейчас встретимся уже с вами в воскресенье. Что у нас там получается? Сейчас скажу. 17:00 по Москве. Стрим будет 3 часа, играем в горки 17. Вот, я так понимаю, они наподобие героев. Я надеюсь, вроде как. Ну, посмотрю. Да, всем большое спасибо, что пришли. Большое спасибо за компанию. И встретимся сейчас уже с вами в воскресенье, да. Поэтому поздравляю всех с наступающими праздниками. Желаю всем хороших выходных сегодня, хорошего вечера и доброй ночи. Спасибо вам.